Хотелось бы отметить активную работу по созданию, активизации центра «Патриот», который у нас сегодня объединяет практически все военно-патриотические движения Иркутска. Продолжая действовать рота почетного караула, вы тоже многие на многих мероприятиях были свидетелями участия, это школьники от 14 до 18 лет задействованы в этом подразделении и с огромным удовольствием занимаются, и много желающих еще вступить в это объединение.